Детское радио представляет. Спортивная программа. Всем физкульт привет! С вами Захар, спортивный комментатор детского радио. Водичка, водичка, умой мое личико, чтобы глазки блестели, чтобы щечки краснели, чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок. Нет, Василиса, это я не уговариваю твоего младшего брата умываться. Просто этот спорт, о котором я сейчас расскажу, без воды представить невозможно. Единственное, что в этом детском стихотворении не имеет к нашей программе отношения, так это зубок. А вот остальное... Эти спортсмены, может, и не хотят так часто умываться, но выбора-то у них нет. Называют любителей окунуться с головой вейкбордистами или райдерами, а их спорт – вейкбордингом. Вейкбординг, для краткости «вейкборд» или «вейк», в переводе с английского «доска в кильватере». Да, Коля, не очень понятненько, ты прав. Но давайте разбираться. Закройте глаза. Закрыли? Молодцы. Представьте, что вы на речке. Лето, тепло, звенят комары, так... Да понял я, понял, комаров не надо. Давайте просто наслаждаться тишиной. Эх, недолго. Катер, за ним пенный след. Вот, это и есть кильватер. Его еще смешно называют «возмущенная полоса воды». Буль, буль, возмущается река. Что вы мне своими лодками покоя не даете? Но то ли еще будет. Вслед за катером едет человек. Он стоит на доске, держится за веревку и скользит на этой самой доске по возмущенной воде, как на сноуборде по снегу. На вейкборде катаются на море, реках и озерах. Главное, чтобы погода была спокойная. Тогда вода ровная и ехать удобнее. Вейкбордист стоит на доске. Она тоже похожа на сноубордическую и едет, держась за фал, такую веревку. Один конец, который привязан к лодке, а другой к удобной ручке у спортсмена. Катер быстро тянет вейкбордера. Брызги, скорость, ветер в лицо, катайся и получай удовольствие. Но скукота. Давайте-ка трюки разные выделывать на ходу, сказали вейкбордисты, и началось. Зажимаем ручку фала коленками и давай размахивать руками. Что, Мариш, легкотня? Проще простого? А крутиться вокруг себя? А прыгать через себя, переворачиваясь? Это сальто называется. А на скорости животом на воду ложиться? Такое не всякому под силу. Поэтому сначала спортсмены тренируются с помощью лебедки. Специальный стальной трос натягивают прямо над рекой. А в самой реке строят всякие горки и трамплины. Что говоришь, Вась, на аквапарк похоже? Ну, скорее на скейт-парк, только мокрый. Трос тянет спортсмена вперед, тот отрабатывает трюки, а потом уже на вольную воду идет. А на вольной воде уже начинаются соревнования. Оценки ставят именно за трюки. Кто сделал самый сложный и красивый, тот и победил. Без падений ни одни состязания не обходятся. А падать в воду на скорости больно, как и на лед. Так что вейкбордистам, как и хоккеистам, никак без шлема. Еще нужны специальные ботинки. На доске стоять. Ну и, конечно, спасательный жилет. Он не только не дает утонуть, он еще и защищает бока, когда на всей скорости в воду плюхаешься. Ой, чуть про гидрокостюм не забыл. Когда на улице жара и водичка тепленькая, можно, конечно, обойтись и без него. А вот кататься где-нибудь в Новосибирске в одних плавках или в Москве в мае будет прохладно. Так что гидрокостюм для вейкбордиста, а как шуба. Особенно, если вдруг захотелось среди гренландских льдов погоняться при воде 0 градусов. А бывало и такое. Вот там точно без гидрика, как его спортсмены называют, ну никак не получится. Вейкбординг – спорт, хотя и не олимпийский, но очень популярный. Активный, веселый, подходит даже детям. Учиться кататься на вейке можно с 6 или 7 лет. Если начать так рано, то тебя точно ждут большие успехи.
среди российских вейкбордистов есть и чемпион Европы, и даже чемпион мира. Начинать надо с плавания, ведь без него никак. Равновесие держать, научиться, руки укрепить. Ну, за фал держаться надо ведь силу иметь. А что делать, если в твоем городе нет такого места, где можно научиться вейкбордингу? Не расстраиваться и идти заниматься в физкультурно-оздоровительный комплекс компании «Газпром». Они есть по всей России. Там можно так тренироваться, что тебе любая доска, хоть для вейка, хоть для сноуборда, в два счета покорится. А потом уже выходить на свободную воду и поехали! С вами был Захар, спортивный комментатор детского радио. Всем оле-оле! Спортивная программа.